Я слегка побаиваюсь высоты. Отключить все свои страхи. Нормально. Ну как нормально? Ну так как у нас сегодня немножечко сжатый формат, да, все самые интересные упражнения мы попробуем именно сегодня. На позвоночник не действует никакой компрессионной нагрузки, и наш позвоночник, и в том числе суставы, полностью отдыхают. А в работу включаются глубокие слои наших мышц, они называются стабилизаторы. И поэтому максимально задействовано все тело при выполнении даже самых простых упражнений. Стабилизаторы у нас участвуют в формировании нашей осанки прежде всего. Красивая осанка, красивая походка, естественно, хорошее здоровье. На занятия могут приходить абсолютно все. Противопоказания есть только к переворотам, когда мы делаем их вниз головой. Перенесенные операции на позвоночник в течение полугода и высокое либо очень низкое артериальное давление. В нашей обычной жизни, к сожалению, очень много стрессовых ситуаций. Мы выполняем ряд очень необычных и интересных медитаций, когда мы находимся внутри нашего гамака. Здесь мы расслабляемся, оставляем все свои заботы, тревоги, печали, негативные мысли, выбрасываем из своей головы. Мы также очень хорошо расслабляем все наши мышцы. Помимо этого идет тренировка духа. Мы здесь выполняем ряд очень необычных, интересных, но сложных упражнений. Отпускаю руки вот здесь вот, и вот он вампир. И люди даже преодолевают свои внутренние страхи. Мне, например, вот было тяжело преодолеть себя, чтобы перевернуться. И поднимаюсь, протягиваю, поднимаемся. В перевернутом положении улучшается питание нашего позвоночника, улучшается работа абсолютно всех наших систем. Хорошая гибкость, хорошая ловкость, межмышечная координация. Тело становится более молодым. Становимся теми людьми, кем мы являемся на самом деле. Молодцы, все справились, даже сложные перевороты мы осилили. Все было очень круто, я хочу себе домой такой гамак.